Всем привет, с вами Автофин. Вчера, значит, была пятничка, и в гостях был мой племянник. Очень доволен, что они заехали. Вот, Наташ, привет, Никит, привет. К сожалению, давненько не виделись. Вот, но вчера так хорошенько посидели, погрелили. Никит покатался на квадрике. Небольшая вставочка будет. Молодец, носился хорошенько. Вот, и очень рад успехами Никиты в футболе. Подарили ему мячик. И как бы захотелось хоть раз почувствовать себя типа крутым человеком, поставить автограф. Так что на мячике будет автограф Автофин. This ain't a song for the broken hearted. Там поле такое, можно покататься будет. Так, смотри, короче, маленький инструктаж, да? Это тормоз ножной, получается, можешь им пользоваться, можешь этим, без разницы, да? Тот слева, это ручник, этим не пользуйся, да? Тормоза здесь, это и это. Этот рычажок газ. То есть дозируешь его, он вначале прям так дергает сильно. То есть поначалу это прям нежненько, вот так раз немножко, а потом можно уже больше, больше, больше. Это как бы газ получается, да? Вот. Ну это там привод 4, это сейчас потом еще посмотрим. Вот. Ну да, сейчас я чуть-чуть с тобой прокачусь. И смотри, по прямой получается, можешь газку прям, ну, побольше давать, не бойся, да, то есть. А повороты лучше слегка скидывай. Потому что у него высокий центр тяжести, если ты будешь резко поворачивать, он, в принципе, ну, может даже опрокинуться. Вот, ну это, то есть просто поаккуратнее. А по прямой, в принципе, можно даже газку поддавать, да? Такая. Ну, сейчас, давай, сейчас с тобой. Тут получается, да, если малую скорость менять, выжимаешь тормоз,
И вот которая буква Х, это вперед, R назад. Нажимаешь рычажок, да? Тык. Задний ход, передний ход, да? И плавненько газку, Мария, даю, вот. Сначала плавник, потом можно больше, да? Ha, ha, ha.